Всем привет, с вами Андрей Вар. Появилась буквально час назад вот эта картинка с новым чем-то. Еще разработчики сами не огласили, что это. Они специально спрашивают, вы узнаете, что это? Что это? Что это? Угадайте, что это? И сразу же в комментах посыпались варианты ответов, что же это может быть. Они просто вот эту картинку разместили и в Reddit, ну там люди, они разместили на своем канале, в своем Instagram одну и ту же картинку с одной и той же надписью. Если прям дословно перевести эту картинку, кто-нибудь знает, что это? Дайте нам знать ваши мысли ниже, то есть, что это, и пишите в комментах, что вы думаете по поводу вот этого нового существа, которое появится в Boom Beach. Конечно, больше всего писали, что это новый герой, то есть новый герой, что это будет новый герой, но были те, что это писали, что это новый юнит, в экспертах предположили, что это сутенер-гренадер с таким махровым воротником, возможно, в моей группе предположили, что это новый герой с лучом, типа как лазертроны, но четкого ответа нет. Но самое больше мне понравился вариант, ну понятно, что это герой, как бы предположительно герой для боевых кораблей, но мне самое больше понравился вариант ответа по поводу того, что возможно это новый враг, возможно это новый типа Хаммерман, типа Гирхард, типа Доктор Ти, возможно это какой-то новый враг, с которым нам придется сражаться. Между прочим, если к нему присмотреться, то блин, вот эта шапочка, да, напоминает как бы и в принципе гренадерскую. Если вот, например, вниз присмотреться к этой ножке, смотрите, она очень похожа, как из мультиков детства, когда там на кораблях капитаны вместо ноги имели культю. И вот в принципе, она бы очень напоминала, если бы у него не было двух ног. И поэтому я такой, даже, блин, я даже не могу предположить, что же они заштриховали. Но в то же время, если, например, любого героя взять, вот просто любого героя и заштриховать его в черный, мы тоже хрен поймешь, что это будет. Поэтому, конечно, разрисовать это можно по-всякому, по-разному. Но самое главное, что разработчики не бросили Boom Beach и что в скором времени появится для нас что-то новое. Если это будет герой на нашу обычную базу, окей, это отлично, новый герой на нашу обычную базу. Если это будет новый юнит, отлично, это новый юнит каким-то нашим войскам. Возможно, он будет сильнее, там, чем наши имеющиеся юниты. Возможно, быстрее, возможно, как-то интереснее, скрытнее, возможно. Возможно, это герой к боевым кораблям, то тоже реально мои слова сбываются по поводу того, что разработчики обещали нам героев на боевых кораблях, и они вот сейчас таким образом будут исполнять свое обещание по поводу героев на боевых кораблях. А возможно, реально это какой-то новый вид злодея, с которым нам придется сражаться, и может быть нам придется сражаться на тех же боевых кораблях с этим видом злодея. Короче, реально на данный момент никакой точной инфы нету, никаких прям вот чисто зацепок, что-нибудь, что это может быть, нету, но будем надеяться в ближайший день-два, возможно, до выходных они уже и выложат полноценную фотографию этого нового юнита, и что же он будет из себя представлять, и за что именно он будет отвечать, то есть он будет за нас или все-таки против нас, это будет герой или все-таки юнит. Короче, я вам предлагаю что? Точно так же в комментах, как и разработчики, написать ваши предположения. В своей группе ВК я уже написал пост, но там все-таки мало людей, а все-таки на Ютубе гораздо больше людей, гораздо больше мнений. Так что в комментиках не стесняйтесь, пишите, что вы думаете. Ну, то есть, постарайтесь дельно, что-нибудь такое интересное. И самые интересные комменты я вставлю в следующий видос, когда все-таки нам анонсируют этого юнита и покажут, что он из себя будет представлять. То есть самые интересные комменты я обязательно вставлю. Ну вот, собственно, и все. Больше на данный момент пока нет инфы, но реально самая главная инфа, что все-таки разработчики не забивают и постепенно будут что-то новое для нас делать. Короче, если вам видос понравился, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комменты. Ну а с вами был Андрей Вар. Всем пока.